Всем привет, дорогие друзья, с вами Дарити. Мы продолжаем играть в гоночки, в сладкие гонки, Ice Cream Racing. Я надеюсь, ты меня поддержишь пальцем вверх и подписочкой на мой канал. Вот, и там реально будет очень много интересного. Я обещаю. Я буду стараться. Ёлки-палки, шмоталки. Так, самое главное, чтобы крокодил нас не догнал, потому что если он нас догонит, то и нам не поздоровится, ребят. Так что убегаем от крокодила. Главная задача убежать от крокодила, чтобы он нас не догнал. Так, и так, мне надо два поворота сделать по заданию. Так, вот он раз поворот, мы уже научились с вами. А, так, сейчас будет второй поворот. Отстань, все, мы его в шарик поймали. Воздушный. А, чуть ракетой мы не угодили. Смотрите на задний план, ребятки, там все из жвачек сделано. Все сделано из жвачек. Так, реально круто. Вот бы в такой город, да, попасть, где все сладкое. Да. Конечно, много сладкого нельзя тоже. Надо и помимо что-нибудь горячее есть. Горячие сладости, да? Горячий шоколад, типа того. Ух ты! Уфу-фу-фу-фу. Отлично. На 3 звезды с вами сделали. 7-й левел. Я уже готов во все оружие. У нас много деньжат, и пора бы прокачаться. Вот он, крокодилчик. Вот он пытается догнать нас. Давай, давай, давай. Смотрите. Вау-вау-вау, ой-ой-ой-ой-ой, добаловался, добаловался, чуть не съел нас. Так, повороты тут мне не обязательно делать, хотя за это дают турбо, поэтому лучше делать. Собрать 85 печенюшек и один раз из шарика стрельнуть кого-нибудь, вот, отлично. С печенюшками мы разберемся, я думаю, мы их должны съесть. Очень много тут печеньев. Отличненько, ух ты, не получилось, правда. Ага, ладно, сейчас я... Нифига себе! Двойной прыжок сделали. Лови ракету. Так, отлично, поймал. А, мне 51 печнюшка. В принципе, есть еще шанс, что мы все соберем их. Че, попался, отлично. Отлично, ребятушки. Попался, негодяй. Вау! Блин, я боюсь, что мы печенюшки так не сидим все. Финиш, финиш. Я 74 только собрал. Поэтому с 2 звезды. Ладно, мы переиграем, пока что идем. А давайте-ка прокачаем свою машину. А, давайте колеса купим. И полегче сделаем нашу машинку. Пойдем на 8, а потом на 7. Чтобы уж сильно не повторяться. И let's go, ребят. Погнали. Поехали. Ух ты, ничего себе, я разогнался. Отличненько. Блистательненько. Ух ты ж, нифига себе. Тут мне за 90 печенюшек можно съесть. Да, это будет, наверное, нелегко. И два раза ракетой стрельнуть. Я постараюсь. Сильно не надо гнать, иначе мы печенюшки все не соберем. Ух ты, отлично, отлично. О, тут много печеньев. Ракета пошла. Сейчас я тоже так сделаю. Блистательно, великолепно. У меня еще есть 46 секунд. Половину прошли трассы. Блин, я не все печенюшки собираю, это плохо. Нет, вставай. Догнал. Догнался, я обезвредил. Ладно, дубль 2. Надеюсь, сейчас у меня все получится. Я буду стараться. Так, как подпрыгнули. Да елки-палки, они мне мешают. Ребятки, дайте мне тоже проехать. Вот, лови. О, крокодил слишком быстрый. Хорошо, давайте 7 переиграем. Гоу. Ладно, давайте я финиш вам покажу. Тут надо 85 печенюшек съесть. У нас пока что 2. Так, ребят, у меня 65 печенюшек. Нам надо очень аккуратно ехать, чтобы все собрать. Ах ты, я еще одну пропустил. 69, 70. Еще 15 печенюшек, я не знаю, будет или нет. 10. 3 печенюшки нам не хватило. 3 каких-то печенюшки. Переигрываем. Так, ну все, ребят, у меня уже 63. Я думаю, сейчас у нас больше шансов выиграть.
15 осталось, ну, в принципе, до финиша еще далековато. Я думаю, мы должны собрать. Перед финишем там еще должно быть много печеньев. Вот, осталось всего лишь 4 штучки. 2 осталось, 2 осталось. Все, отлично, собрали. Можно прям ускоряться. Ух ты ж, как мы прыгнули-то. 96 собрали. Так, ну так лучше. Качаем машину. То есть турбу улучшим. А на восьмом, да, мы застряли? Я думаю, сейчас мы пройдем восьмой. Чупа-чупс такой. Красный, желтый, зеленый чупа-чупс. Погнали. Ух ты, как я разогнался. Так, надо 90 печенье съесть и использовать две ракеты. Так, ладно, я понял задачу. Уезжай, уезжай. Это очень опасно. Значит, крокодил догонит и всех съест. Он не посмотрит, кто ты. Чей сынок. Ну, без разницы вообще абсолютно. Я же сказал вам. Плохо, что они толкаются друг к другу. Друг друга толкают и мешают друг другу, и поэтому их всех едят. Лучше бы сообща действовали. Так, мне надо 90. 90 съесть печенюшек. Здесь у меня это получится, я стараюсь. Отличненько, отличненько. По крайней мере, мы отстали от своих коллег, приятелей. Так, у меня есть мармелад, если что. Они поедут, мы запустим в них. Ну или ракета, без разницы. Так. Он всех съел, я один остался. Так, осталось 8, 8 печенья. В принципе, крокодил далеко довольно-таки. Так, где печенье? Так, где все печенья? 3 осталось печенья. Все, отлично. 92, мы это сделали. На 3 звезды. 9, сейчас уровень. Так, это будет нелегко, я так понимаю. Ну все же, погнали. Погнали, ребятушки. Лучше бы я ракету использовал. А, тут же кувырок нужен мне. Двойной получится? Два раза кувыркнулся. Так, отлично. А, стрельнуть из шарика два раза. Мне пока не попадается шарик, вот он. А, я должен прям попасть в машинку. Ну, не знаю, получится им или нет. Я не вижу никаких шариков. Ух ты, нифига себе. Он съел одного. Молодец, молодец. Мне это и надо было, чтобы ты меня обогнал. Вот он, мой шарик. Нет. Да елки-палки, мне шарик нужен. Должен тебе шариком попасть. Причем два раза. Нифига себе. Какой наглый. Боюсь, что я только один раз в него попаду. Вот, один раз попали. Давай, давай, езжай, езжай. Вот он, еще один шарик. Давай, ну-ка, я тебя жду специально. Специально жду, не еду. Отлично, второй раз попали. Теперь ускоряемся, чтобы победить. Блистательно. Все, на 3 звезды. Идем покупать. И покупаем мы... подвеску. Колеса. Еще раз подвеску. Так, ну нормально. У нас 10-й левел. Самый важный. Я готов. О, нифига себе. Смотрите, какой кремовый. Кремовая машинка. Занять первое место. Кувыркнуться. 6 раз надо кувыркнуться. Ничего себе. Я думаю, это... Мы тут будем все... Сможем себе позволить. А, не получилось, не получилось, не засчитали. Где-то сзади. Ух ты ж, елки-палки, мы на втором месте, это плохо. Должны быть на первом. Ничего себе.
Сберу ли я 100 печенюшек, как вы думаете? В принципе, половину пути мы прошли. Будем надеяться, что соберем. Да, это очень такая мощная машинка. Так, нужно бусты. Не прыгай так. Тебе печенюшки еще надо собирать. Ох, как много у вас. 5 осталось, 5 печенюшек. Все, я уже выполнил задание. Так, отлично. Отлично прыгнули. Блистательно, бесподобно. Бесполезно. Бесполезно, боже мой. Все, победили. Так, видите, давайте прокачаем. Так, ну тебя хотя бы. Ну что же, еще 5 уровней, у нас уже 10 уровней, еще 2 серии у нас будет. Как мы проходим до 15 и как дойдем до 20, ребят. Ну что ж, лайкос и палец вверх с вас. Палец вверх или лайкос. Ну, в принципе, без разницы. То же самое. Ну и подписочку, ребят. Пока-пока. До скорого.